я, кому больше нравятся скаковые лошади, кому мясистые, кому арабские, а вот кому вот такие миниатюрные американцы, рядом с нами Елена Селегина, руководитель КСК «Созидатель», вот где такие вот миниатюрные американцы и растут. Расскажите, какими судьбами? Здесь мы видели выступление, но в чем его изюминка, в чем его интерес? Agility, элементы дрессировки. Еще для них проводятся арсеналы по драйвингу, всего не стали, не стали. Но так в целом, да, дети нравятся. Как долго учить лошадь под этим трюком? В течение месяца можно спокойно пошумать. А вообще, насколько это полезная порода, как легко и как трудно ее в наших условиях содержать и учить? Совсем никаких проблем, будет понять. Подскажите, где сейчас локализуются такие красавцы? Сейчас у нас КСК «Созидатель», мы несколько лет уже как раз в большой выбор. Привозили всех из Америки. То есть, если желающие добровести, можно нам приехать. А где можно посмотреть? Не только на центральную московскую программу выступления. Мы стараемся выступать по международным турнирам, смотреть по программе. Всегда в КСК у нас проводят соревнования, чемпионаты проводят породы. И сегодня это главный герой вот здесь вот присмотрел, потому что фотографий с ними было сделано, ну, не знаю, больше 1000, по-моему. Да. Попробуйте, рисуйте, что за порода, так и тяжело, может быть, она молодая, но просто лучше. Спасибо большое. Вот такие вот малыши приходят к нам на позицию студия. Внимание, фотографирую. Еще разок. Еще. Все, спасибо.